Kharkiv, and you can see the soldiers behind me here sort of manning a checkpoint and the sound of shelling. We're just trying to get across. Just about 100 meters beyond this position is where we can see the wreckage of one of the blown up. Мы же должны понять, почему это произошло, да? Как это закончить? Как вы собираетесь это закончить? Ну вот, а вы как считаете? Не, подождите, но я вас спросил, как вы собираетесь это закончить? Ну вот, как я считаю, да, коль ну, уже войска зашли, столько потерь, то вы же понимаете, что Россия уже не отступит. А что сделает Россия? Дальше будет разрушать город Харьков? Я думаю, что она, ну, до капитуляции, скорее всего. Вы будете разрушать город Харьков вместе с жителями до капитуляции? Ну, почему вместо жителей? Скорее всего, жители выйдут. А... Местные. А если кто не может выйти? Ну, пожилые люди. Мариуполя же вышли. Мариуполь. Подождите. Пожилые люди. Но это же они же вышли с очень большими. Это же беды. Это же беда для человека выгнать его из дома. Ну, вы это понимаете или нет? Это же ваши войска выгоняют, получается, обстрелами людей из домов. Ваши войска выгоняют людей обстрелами из дома. Понимаете, насколько это беда человека? Когда его выгнали из дома, то есть ваши войска выгоняют людей из дома. А ваши войска не могут их защитить, правильно? Ну, пытаемся уничтожать ваши силы. Ну вот вы либо их защищаете, если не можете защитить, хотя бы так защитите их. Я понял. То есть вы как бы вы выгоняете людей из домов наших, ваши войска выгоняют людей из домов, убивают их. Ваши люди, пусть они там сдохнут, но мы их не выпустим. Подождите. Разве наши войска препятствуют людям уехать из Харькова? Вы их тогда вводите, это ваши люди, вы же хотите им защитить их? Хотим защитить наших. Наши люди. Так, может быть, самый лучший способ — это уничтожить град, уничтожить артиллерию вашу. Вот смотрите, если два дома уже уничтожат, то же понимаете, что вы не можете их защитить. Значит, мы можем все уничтожить. Вы и уничтожаете дома. Увозите. Я понял. То есть вы такие замечательные агрессоры, которые... Вы же понимаете, что вы же приносите беды и страдания людям. Пожилым людям, мирным людям. Вы представляете, вот вас сейчас выгнать из дома, а дом ваш разрушить. Вы понимаете это или нет? Если вы нападете, естественно, я придется и уходить. Вы понимаете, что это беда для вас, для вашей семьи? Конечно. Но если вы придете, мне придется защищать, естественно, из дома вывозить своих. А как больше? Вы будете благодарны. Вы будете благодарны той стране, которая на вас нападет, выгонит вас из дома, ваш дом разрушит, кого-то из ваших родственников убьет. Как вы будете относиться к этой стране, которая нападет на вашу страну? Как нападет? Спецоперацию объявит. Выгонит вас из дома. Будет обстреливать кварталы вашего Новосибирска. Враждебно вы будете относиться. И вы потом будете все-таки, когда пройдет время, как-то, они ж в принципе хорошие, да? Враждебно. Вы понимаете, что вы весь Харьков получили миллиона врагов? Не перескакивай. Я констатирую факт. Пол Харькова выехало из города Харьков. Пол Харькова врагов России. Грады ко мне. Я весь дом сам выведу, понимаете? Чтобы не подвергать их опасности. Выведите. Я их выведу нафиг. Выведите нафиг. Я понял. А сам будете защищать. Но вы же не военный. Каким образом вы будете защищать?
Что вы будете делать? Если я буду считать, что у вас... Подождите, что вы будете делать? Конечно, с автомат возьму. С автоматом автомат... против градов. Если я посчитаю... Ну, если... Понимаете, вот как оборона... Против строит. Самолета вы будете с автоматом. Офицер под строгое командование офицера. Он говорит, здесь делать нехер. Мы выводим, выводим, закрепляемся где-нибудь. И там даем отпор. Понимаете? Я понял. Вы но понимаете, что вы стали преступниками, людьми, когда вы выгнали людей из дома? Вы понимаете, что вы стали страной конченных агрессоров? Вы понимаете, что это страна конченных агрессоров, которая выгнала людей мирных из дома? Обстрелами, угрозами. Это ваши люди, ваши люди. Вы должны их защищать. Если вы их не можете защищать, хотя бы выведите. Я понял. А вы зачем нападаете на кварталы города Харькова? Мы агрессоры, мы воины. Вот, я же говорю. Мы хотим вас уничтожить. Вот. Вы получили целый Харьков людей, которые ненавидят Россию. Ненавидят агрессию. Ненавидят агрессию. Нет, не пофигу. Будем уничтожать вашу Россию, ваши вооруженные силы. Что-что? Вам на людей своих без разницы? Нет, конечно же, очень не без разницы. А почему вы их не выводите тогда? Почему? Вы говорите, ну я сказать, лично свою семью вывез. Помог выехать в дом. Бабушек, дедушек вот этих выведите. Как я бабушку, старую бабушку, 95 лет выведу? Ну она же человек. Она подождите, же... секундочку. Как я выведу бабушку, которой вот конкретно соседка 95 лет? Господи, ну автобусы там. Подождите, вы понимаете, что такое 95 лет человеку, который еле передвигается, как его из дома, где она живет? Но она в опасности находится. Она в опасности, так из-за вас же, уродов, она находится какая в опасности. Ну, хорошо, из-за эта нас. Бабушка, она еще пишет, из-за она нас, ходит немножко нас. И так далее. Так она говорит, опять немцы напали. 95 лет человеку в центре города Харьков. В центре города Харьков. Я сумасшедший, я хочу убить. Вы должны ее спасти, понимаете? Будем спасать. Спасайте. Я же говорю, это невозможно. Она не хочет никуда уходить. Ее нужно спасти просто. Насильно. Она не хочет уезжать. Я сумасшедший, я вас разбомблю. Я понял. Я думаю, на этом надо заканчивать. Я покажу это своим детям. Thanks. This is a soldier. He's got in his pockets what look like. These are the patches he says he's taken from Russian Federation. From the Russian Federation. Can we see that one? That appears to have a Russian flag on it. These are from the Russian soldiers? Yes. So one of the soldiers has just shown me this in the back of a police car. That's a British